История, которая стала книгой. Книга, которая стала историей. У всех наступает в жизни время, когда мы хоть немного теряем веру в чудо. Но путь к тому, что мы так легко теряем, порой бывает намного сложней. Не должно быть такого, чтобы у детей не было сладкого на Рождество. Мы были друзьями с твоим отцом. Ты помнишь это, надеюсь? Поль помнил. Поль, мой дорогой Поль! Мама протянула руки, чтобы обнять его. Сын с радостью бросился к ней и поцеловал. Он очень любил маму, и его мучил страх потерять ее. Дорогой Пер Ноэль, пересиливая себя, начал писать Поль. Вдруг он смял бумагу, выскочил из комнаты, накинул башмаки и пальто и выбежал из дома. «Что ты там увидел? Кто напугал тебя?» «Бедное дитя, ничего не бойся, я с тобой. Я тебе в этом вряд ли смогу помочь, зато я знаю, кто сможет. Это Пер Ноэль», — с торжеством в голосе объявил Папаянис. «Но как мне найти его?» «Это волшебная лупа. Кто-то решил, что завладев ею, сможет править миром. Но миром правит только любовь. Я дарю ее тебе, ты это заслужил».